только половить рыбу на Дону, а можно покормить диких кабанчиков. Кабанчики прекрасны, доверяют людям, поэтому охотиться на них — это грех, мне кажется. Ребята, просто любуйтесь, любуйтесь, делайте видео, фотографируйте и наслаждайтесь природой, дикой природой. Это же прекрасно, ребят, я не знаю. Хотя свинина тоже вкусная. Вот так вот. Ладно, поедем судака ловить.